Казахстанские автовладельцы выстроились в очереди на шиномонтажных станциях. Услуги сервисов расписаны до позднего вечера. О смене покрышек многие задумались после резкого похолодания. Гололед уже привел к росту мелких ДТП. Не медлить со сменой резины призывают и метеорологи. Какую погоду они обещают нам, расскажет Людмила Батюшкина. Сегодня в мастерской шиномонтажа как никогда жарко. Работа кипит с раннего утра, а очередь на замену резины расписана до 9 часов вечера. У Дмитрия Хатункина, что называется, этот день год кормит. В народе день первого осеннего гололеда прозвали днем жестянщика. То уже бьются, и уже очередь. Люди не хотят раньше времени маленько побыстрее переобуться. Ждут, пока первый снег. А как только первый снег, начинается паника. Быстрее, 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 быстрее. Ну, зима, как всегда, пришла неожиданно. Водители признаются, что пока нет снега, менять резину не хочется. Жалко портить шипы. В итоге по городу с утра произошла масса мелких аварий. Переобуваться вовремя надо. Вот и все. Правильно, Ян? Вот. Не вовремя переобуваются, на летнее ездят, поэтому и аварии. Надо смотреть по погоде, сразу переобуваться, потому что люди из-за вас потом страдают, другие люди. Шиномонтажки подняли цены за свои услуги по сравнению с весной на 500 или 1000 тенге. В Караганды легковую машину можно переобуть от 3000 тенге, джипы от 4500. Мастера советуют делать это раньше, просто чтобы шипы не стирались, резко не тормозить и не разгоняться. Зима в Казахстане ожидается ранней и снежной. Образование устойчивого снежного покрова в северной половине республики предполагается в первой половине ноября, а в южных регионах во второй половине ноября. Погода в конце осени ожидается с частыми осадками, туманами, гололедными явлениями. Погода в ноябре ожидается неустойчивой. Осадков выпадет больше нормы. По долгосрочным прогнозам, в ноябре на большей части территории страны температура будет выше обычного. А вот зима выдастся холодной и снежной. К концу второй декады ночная температура на севере, востоке и в центре Казахстана может опуститься до 27 градусов мороза, дневная – до минус 16. Декабрь на большей части страны ожидается на градус теплее обычного, а январь и февраль – на градус холоднее средних многолетних показателей. Зато весну метеорологи предвещают вовремя и на 1-2 градуса теплее обычного. Осадков в среднем предполагается меньше нормы. Правда, предупреждают, что сбываются прогнозы лишь на 60%. Людмила Батюшкина, Ирина Ненашева, Илья Рыбин, Ахмедияр Ильясов, Информбюро, 31 канал.